Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Мистер 68 Мов через донатик, за что ему огромное спасибо, прислал мне посмотреть ролик, который называется FNAF 3 мультфильм Petrified Freddy's Sequel. Давайте посмотрим, надеюсь, что-то интересное, поехали. Ой, какая страшная музыка-то, а? Fazbear's Fright. Не отрывайся от монитора. Бля, сломал! Дебил! Что это было? Вот член. Член? Обшипка. Охранник, где? Не, меня нету, я туда. Тебе не взять мою жопу, сладкий. Что? Ох, ёпты ж нах! Привет. Когда я закончу с тобой... Это третья часть, да? Твой фейс будет похож на кровавое пюре. Ну так и скажешь, чел. Ладно, пойду найду этого ребенка. Но потом я тебя убью, нух. Именно так оно и происходит. Давай, давай! Приятной прогулки! Сука. Так, ладно, чё? Бля, анимация охуенная. Нет, там никакого ребенка. Глянь еще. Я знаю, ты меня дуришь. Где ребенок? Иди поищи. Где ты его прячешь? Чувак, я не знаю. Давай ты... Собачишь, поищешь. Федор? Фредди? Привет. Привет, Фредди. Привет, Фредди. Здравствуй, Фредди. Охранник. Фредди, не разговаривай с этим парнем. Он... А ты ж нахуй сам тогда разговариваешь? Мудень. Ругательство? Фредди, он за... А да, ты еще Капитан Америка? Такого ребенка не хочет показывать мне где. Понимаешь, что это значит? Что? Мы не сможем отметить его днюшку. Нет. Да. Мы и съесть. Должны найти ребенка. Он хочет свой тортик. Уже выдвигаюсь, мэм. И хватит фапать на фанфики, ты с них упарываешься. Да там вообще небось ребенка нет. Тебе стоит поискать получше, чувак. Ну все, ебан, сейчас я пропихну. Но для начала еще разок проверю. Вдруг ты вправду ребенок завалялся. Завалялся. Это работа такая халява. Я бы не сказал. Ты еще, блядь, кто такой? Привет! О, это мой шанс поймать его врасплох. Ну чё, стерва? А, мои ебучие коленки! Поцелуй монтировку, сука! Спасибо за фонку, Фокси. Фокси, какого хуя? Он помочь ему решил? Я не знаю, мне скучно. Эй, Спрингтруп. Что? Спрингтруп? Ты слышишь? Hello. Время. А, да пошел ты в жопу. Сука, охуенно. Перевел и озвучил Риська специально. Пиписька, блядь. Бай. Охуенный видос, бля, анимация классно нарисована. И, сука, поржать можно. И озвучка, естественно, шикарно. Спасибо большое авторам, спасибо большому подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики в интересующей ссылочке в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.